Добрый день. Добрый день. Но вы еще пока не готовы ехать в Москву? В Москву? Почему не готов? Все висит уже в предбанничке, посмотри там, в закутке. Ну, готово. Осталось вот это да. Только решиться на это поступок. Удивительно, да. Всем добрый день. Приехали мы с Владимиром в парк Заречье. Троицкий район, город Троицк, Новая Москва. Вот решили попытать удачу. Река Десна. Для чего здесь? Замечательные пейзажи. Тенечек, сидишь, теньки, отдыхаешь. Правда, минут 20 от машины идти, но в этом тоже есть плюс. Идеальная чистота, не соринки. Говорят, есть здесь карась крупная. Да, вот решили попытаться что-нибудь поймать. Попробуем снять некоторые сюжеты. Сегодня мы без плиток, без горелок. Только чипсы, холодный чай и балык. Но ничего, парк работает до 11 вечера. Вот думаю, оставаться тут ночевать или нет. Ну, место мне очень нравится. Прям для чего тут красиво, вы можете наблюдать это. Как вы скажете, что? Красиво и бабки клеются. А вы все об одном и том. Чудесная обстановочка на речушке. Доночки, заброшенный берег, прям так идеально сделан, как будто бы прям для донок. Владимир поставил пока два фидера, расположился, у него тут вкусный чай холодный, прикормка, банка Туборга не его. Вот, пара удочек у него в загашнике, решил перекусить. Что тут у Владимира? Дай мне свой шведский нож. Из блюд. Зеленый огурчик, дай мне свой хлебушек, дай. Викторина. Да. Очень красиво, на самом деле, нам тут нравится. Прям под деревцем, в теньке, на улице плюс 28, но настолько прохладно. Я думаю, мы здесь будем до вечера, а там как получится. Вот. Ждем поклевок. Ну что, ребята, есть поклевки, парочку поймал. Но до чего они неубедительные, буквально... Минимальный кивочек, и уже карасик сидит. Ну, примерно вот такой размерчик. Тихо. Примерно вот такой размерчик. Ну, приятный карасик. Конечно, хотелось бы побольше, но ничего так. Ребята, случилась непредвиденная ситуация. У Владимира сломался спиннинг. Точнее, закидушка. Как так получилось? Покажите. Стойте. Прям вот... Между колец. Удивительно. На что же вы так отвлеклись-то? В самом деле. Удивительно. А у меня тем временем очередной карасик клюнул, уже третий. Но размер, честно говоря, не внушает доверия. Все-таки планируем поехать на Агу вечером, потому что карась невелик на реке Десна. Ну что ж. Вот так, тем не менее, от нуля ушли. Рыбалка продолжается, пока тишина. И нас было двое. А уже нас, оказывается, стало трое. С нами прекрасная девушка Лана. Помаши ручки моим подписчикам, да, это замечательно. С ее самокатом чудесным, розовым. Я был удивлен, когда я его посмотрел поближе. Никогда не думал, что у самокатов может быть, помимо тормоза, еще и амортизатор, флаг Италии, модные колеса с белыми дисками. На чего он прекрасен. У нас пока с вами, Владимир, такого нет. Ну что, удочку свою уже убрали, испорченную? Да. Да, вот так вот мы красиво сидим, отдыхаем. В этот день нас радует все. И рыбка в размере 4 карасей, и девушки красивые. Парк, я удивлен прям. Ну да, поделитесь впечатлением. Красивый парк, что еще вам нравится здесь? Ну все, лодки, река, девушки красивые ходят. Да. Ну что ж, я рад за вас. Даже бабушки. С дедушками. Приветливые. Да, не то, что в Подольске, да. Вот такой город Наукоград, блин. Новая Москва, как-никак. У меня там звон колокольчика вроде бы уже идет. Кстати, карасик клюет настолько мягко, что рук дует. Буквально легкий тычок и уже сидит. В спиннинге доставал, на всех трех карась сидит. Хотя, по сути, даже не было убедительных поклевок. Но продолжаем вещать. Снимай, пока не закончится рыба. Ну как, я достал? А вот это я чувствую карась там. Чувствуешь? Да. Что-то такое. Ну, хвостом бьет, да? Ну все, ты прям в ударе. Да, такой же.
такой. Вот такие карасяндрики, ребята. Пятый карасик. Чудесная рыбалка. Была убедительная поклевка. Вот. А по-моему, рыбы-то и нету. Что-то крупное. Это уже да, ребята, такая ничего. Ребята, поинтереснее, плодвичка. Да. Владимир разродился под занавес дня. Вот, вот и у него что-то. А он как откроет, у него сразу. Он как откроет, у него сразу клюет. Ну что, что там у нас? О-о-о! Подлещик! Поближе, поближе снимай. О! Это да, ребята, а тут и подлец есть. Вот я Дениса сделал. Это можно? Это уже можно брать, да, подлец. Ну что же, вот настал вечер, скоро темнеет. Играет музыка на соседнем берегу в санатории. И вот рыбка пошла поинтереснее. Вот уже и подлещики пошли, ребята. Вот такие. Тихо, тихо, тихо. Родной, 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 родной. Успокойся. Вот такие у нас уже пошли подлещики. Вот такие вот хорошие. Так что рыбалочка становится интереснее. Посмотрим, что будет в ночь. Ребята, вот 10:30 вечера. Была поклевочка. Вот такой подлещик клюнул. Посмотрите на него. Вот примерно вот такая вот рыбка. Прям серьезно уже размерчик. Посмотрим, что же будет ночью. Но меня это уже радует. Прям большой. Ну что же, на дворе у нас ночь. 2:00 ночи. Клев прекратился, и вроде бы пора спать. А мы палатку с собой не взяли, думали, всю ночь половим. Вот у Владимира покинули силы. Он решил прям у костра прилечь. Человек живой, не пугайтесь. Нет, это просто не садист. Парк, к сожалению, парк закрыт, и мы уже не можем уйти из него и сходить до палатки. Поэтому вот приходится можем, таким образом выживать. Но. Ребята, доброе утро. 4:30 утра. Не спал вообще всю ночь. Ловил. Клёв был, в принципе, умеренно активный. Вот Владимир перебрасывает свою донку. Потерял все кормушки, сломал спиннинг. Вот. Одна из кормушек висит на дереве. Вот. Правда, ее не видно, но ничего. Такая у нас обстановка. Попили кофе. Его немножко грязно. Обещал прибраться перед отъездом. Вот. Маленький костерок у нас заканчивается. Ночуем на острове в городском парке. Замечательно, никого нету, совершенно тишина. Мы тут единственные рыбаки. Утро понедельника. Пару часов назад лиса приходила. Фонариком посветил, испугалась, убежала. Вот у Владимира подлещик такой неплохой достаточно. Чем можно заняться в 5 утра? Починить спиннинг. Вы понимаете то, что теперь вся ваша жизнь будет записываться на видеосъемку? Я бы фонарь уже выключил на вашем месте. Батарейки. Я не вижу. Думаете, получится? Попробуем. Интересно, ролик не заблокируют из-за мата вашего?
Надо будет попросить у нее ролики, где она снимала, ну, чтобы как рыбу его выважила, совместить. Давайте, давайте, а то аккумулятор скоро сядет, надо успеть, чтобы сделать. Получится или нет, людям будет интересно. Я с утра еле-еле, я не спавший. Ты меня заморил своими ограничениями. Это нельзя, то нельзя. Иначе было бы неинтересно, когда все подано, блин, на блюдечке. Вот, вставляете. Не знаю, посмотрим. Что я вставить смогу там. Что-то вставите. Что у меня получается? Нихуя у вас. Деревяшку получается? Один размер. Да. Просчет у вас инженерно получился. Да. Двойка, блин. Деревки щекочут. О, еще один подлещик. Чудесно. Вот, замечательно. Причем на голую снасть. Ну да, рабочая тема. У Владимира забава. Достает кормушку с дерева. Ну что, поймали рыбу? Покажите свой самый ценный улов. Рублей сэкономил. И спиннинг починил. И кормушку с дерева оторвал. Я кислый, не спавший. Ребята, привет. Мы отловили всю ночь. Я не спал вообще. Время 9:30 утра. Владимир поспал 2 часа на земле. Вы это увидите в нашем видео. Очень устали. Поймали порядка 15 карасиков маленьких и 10-12 подлещиков. Ну, грамм по 300, по 400. В принципе, хороший, но все решили отпустить, так как у Владимира очень много рыбы. Вот. Сейчас Владимир идет отдыхать, он очень устал. Вот, я тоже пойду спать, а, возможно, вечером поедем на Аку. Скоро будет маленький ролик, вы это, в принципе, уже и увидели. Вот, поэтому всем пока, спасибо, что смотрите. Постараемся почаще вас радовать новыми сюжетами, и не только рыбалки. Всем пока.